вечер! Добрый вечер, дорогие друзья! Мы рады приветствовать вас на гала-концерте 8-го международного межвузовского фестиваля танца «Сделай шаг вперед!» Международный межвузовский фестиваль танца «Сделай шаг вперед» проходит в Витебске, как понятно из его названия, в 8-й раз. И в этом году мы собрали 327 участников, которые приехали из 3 стран, которые представляют 31 творческий студенческий коллектив из 27 учреждений высшего образования. Дни фестиваля очень разнообразны. Это, конечно же, три конкурсных дня в направлении контемп-дэнс, в направлении стрит-дэнс и в направлении народный танец. Народный танец как раз-таки мы впервые открыли для себя и для участников. Впервые это была номинация. Она прошла очень ярко, потому что кроме своего народного танца они представили еще нам белорусский перепляс. Мы возродили в год малой родины вот этот вот забытый уже, забытую эту традицию. Русский перепляс, это что-то новое, и это просто новое взрывало зал, было все огненно так, и просто великолепно. Народные танцы, вчерашний народный день, народные батлы и выступления ни в чем не уступают и другим конкурсным дням, таким как эстрадный танец, это стрит-дэнс и контемпорари. Вся фишка именно в костюмах, хотели подать более шуточный номер в этом году, удивить и техничностью, и прикольными образами. Мы все большая семья, да, мы соперники, но мы не враги. Вот, поэтому мы всегда рады приезжать сюда, хотя, то есть, да, нам ехать очень далеко, но это дорога, наоборот, скажем так, к той атмосфере, которую мы всегда ждем. Атмосфера просто бешеная, просто столько эмоций, и все положительные, мы как бы... Не успевали посидеть в общежитии, везде гулять, там, ходить. Очень интересная программа вся. Очень нравится, просто восхитительные впечатления, крутые мастер-классы, атмосфера, вообще все, ну, просто на высшем уровне. За новостями на портале городвитебск.бай.